приветствую гостей и зрителей моего канала. В этом видео я расскажу, как я вязала данный бумбер крючком. Изделие связано из разноцветных прямоугольников на 42 размер. Несмотря на это, изделие имеет довольно-таки широкую свободу облегания. Ширина этого изделия 51 сантиметр. Также тут широкие рукава, ровные широкие рукава, которые на манжетах присобраны. Изделие короткое в длину. На это изделие у меня ушло 577 грамм пряжи. Какой именно из цветов, сколько ушло, сказать не могу, потому что уже полностью взвешивала все изделие по факту готового бомбера. Вязала я бомбер крючком номер 4, весь, и планки, и резинки, и основное полотно. Также, как вы можете видеть, весь бомбер у меня связан столбиками с накидом, абсолютно весь. Пряжа какая же тут участвовала? Участвовала тут абсолютно разная пряжа от разных даже производителей. Приблизительный метраж этой пряжи от 250 до 300 метров на 100 грамм. Но, в принципе, желательно использовать пряжу одного артикула. По той причине, что разная скрутка, несмотря на то, что один и тот же метраж, допустим, пряжи, да, разная скрутка, разный акрил в составе. У меня тут в составе шерсть, полушерсть и акрил. Так вот, разный акрил в составе, есть объемный, есть необъемный, то есть толщина за счет этого нитки может разниться, хотя бы метраж вроде бы один и тот же, да, а толщина нитки может разниться, и тем самым размеры прямоугольников будут, ну, существенно отличаться. Что еще хочу сказать? Хочу сказать по поводу пряжи еще, что брать нужно пряжу для вот такого вот многоцветного вязания, такую, чтобы не красилась, потому что если вдруг полиняет изделие, то, ну, конечно, красота вся его будет утеряна, и, ну, разве что только домашний вариант, и много разочарования. Так, пряжу. Давайте я назову, какая тут у меня участвует. Ну, может быть, кому-то интересно. Коричневая пряжа. Это пряжа фирмы Alize. Пряжа называется Кашмира. 100% шерсть. Метраж 300 метров на 100 грамм. Голубая пряжа. Это тоже турецкая пряжа. Производитель Картопу. Пряжа 100% акрил. Как этот акрил называется, я не могу сказать, потому что я его покупала очень давно. Этикетки утеряны, я помню только метраж, что тут 300 метров на 100 грамм. Вот эта вот вишневая пряжа, это итальянская моточная пряжа. Производитель BBB, пряжа называется New Master, в составе, если я не ошибаюсь, 80% шерсти и 20% акрил. Метраж этой пряжи 125 метров на 50 грамм. Вот эта вот зеленая пряжа, это слонимская полушерсть, в составе 70% акрила, 30% шерсти. Моточки были у меня 50 грамм, 450 метров. То есть получается 100 грамм, 800 метров, и я эту нитку складывала в 3 сложения и вязала. И вот эта вот бежевая, цвет икрю, она такая вот бело-бежевая какая-то. Ну, цвет икрю, это турецкая полушерсть, бобинная. Я покупала на какой-то из ярмарок. Как эта пряжа называется, я не знаю. Я знаю, что тут 50% шерсти, 50% акрил. Ниточка была, по-моему, 450 или 420 метров на 100 грамм, но довольно-таки тонкая. Я ее складывала в 2 сложения. Вот такие у меня пряжи участвуют тут.
Ну и теперь давайте приступим к техническому рисунку и самому принципу, как я вязала это изделие. Ну вот вперед я вам показала, давайте я вам покажу вблизи спинку. Вот такая вот у меня спинка. И, может быть, давайте еще серединку посмотрим. Изделие я вязала сшивным, то есть спинка, полочки, рукава отдельно, потом это все сшивала. И помимо того, что я сшивала между собой спинку, полочки и рукава, еще у меня и были швы на спинке и на полочках. Сейчас я расскажу, что за швы, откуда они взялись на техническом рисунке. То есть вы можете видеть, у меня внутренность довольно-таки аккуратная. Все кончики спрятаны, кончиков здесь было очень много. Вот даже немножечко вот узелочек какой-то остался. Но все запрятано. Итак, давайте приступать. Значит, я решила, что я хочу довольно-таки крупные прямоугольники на своем изделии. И мне надо, ну, 3 квадрата на 3. Это будет спинка. Я отталкивалась от спинки. Подумала, что я хочу изделие приблизительно в 50 сантиметров шириной, но 50 на 3 не делится, делится на 3 51. 1 сантиметр туда, 1 сантиметр сюда, большой роли не играет, тем более изделие я хочу довольно-таки широкое, поэтому я взяла 51. Но, что я хочу сказать, мне кажется, и 56 тоже смотрелось бы очень-очень гармонично, несмотря на то, что я ношу 42 размер. Далее. 51 делится на 3, получается по 17 сантиметров каждый квадрат в ширину. Хорошо, в высоту 45 сантиметров по 15 сантиметров квадратик в высоту меня в принципе все устроило, то есть это без резинки. Еще резинку я планировала 5 сантиметров, но в итоге она у меня получилась 7 сантиметров. То есть в принципе я не переживала от того, что он у меня будет коротковат, я планировала вязать широкую резинку внизу. Поэтому я бы за счет резинки вот эту вот длину немного бы подогнала. Но я знала, что я хочу изделие не длиннее 50 сантиметров. Там, ну, 55 это прям совсем-совсем, больше никуда. Соответственно, по 15 сантиметров, а это 45 сантиметров в высоту, меня это все устроило. Далее, я вязала спинку отдельными частями. То есть, как сменить цвет в ряду, я, в принципе, ну, как бы знаю, тут ничего страшного, да, вот связали мы в высоту нужную нам длину, да, ну, нужную нам высоту, отрезали одну нитку, присоединили другую, вяжем дальше. А как вот соединиться между вот тут один квадрат, а тут второй? Я, в принципе, кроме как сшивания, не придумала. Да, есть методы, один из которых, я делала планку, но мне это не захотелось. Мне показалось, что это будет неаккуратно, и я все-таки выбрала метод сшивания. Потом вот эти вот все-таки полосы, это они не широкие, то есть немного полотна вязать. Мне, в общем-то, такой вариант подошел. Поэтому, как я делала? Я вязала 3 вот такие вот полосы на спинке. Далее, по поводу выреза горловины. На спинке я хотела сделать небольшой вырез горловины, но ширина у меня вот этого вот квадрата, прямоугольника 17 сантиметров, а мне надо вырез горловины 22 сантиметра. Соответственно, вот этот вот бы участвовал, да, в горловине, и еще кусочки вот этих. Честно, мне не захотелось вот это вот все тут размышлять, раздумывать, как это все убавлять и так дальше. И я решила связать абсолютно прямоугольник. Абсолютно все ровно, без всяких выемок. В принципе, это допустимо, это не ошибка. Изделия носят носибельные с таким вот, с такой вот спинкой, без выреза, без углубления. Были у меня такие изделия, я носила, никакого дискомфорта я не испытывала, поэтому я так и оставила.
Соответственно, у меня на спинке получилось три вот такие вот полосы по три цвета. Потом, в конечном итоге, когда я эти полосы связала, я их шила между собой. И получилось у меня полотно спинки. А теперь же полотно переда. Ну, логично, да, что вот эту вот одну полосу мы оставляем, а вторую полосу мы разделяем пополам, и будет полочка. Но тут горловина, и как бы ровное полотно напереди уже не свяжешь. А опыт квадратной горловины, то есть кусок вот не довязать, да, у меня был. Мне не понравилось так вязать, то есть, ну как квадратная, да, вот, к примеру, вы довязываете до выреза горловины и вот такой вот скос не вяжете, а просто останавливаетесь и получается как квадрат. Потом вот этот вот уголок, который получится как квадрат, для меня было довольно-таки сложно заполнять, чтобы не было дыр. К тому же это возле лица, и это очень сильно заметно, да еще если будут разным цветом, это будет еще сильнее подчеркивать, поэтому... Но для меня тут была, ну, как бы проблема. Что же я придумала? Ширина горловины, как бы я сказала, 22 сантиметра. Ну, 20-22, там промежуток такой у меня был. Я уменьшила вот эту вот полосу в ширину. То есть тут у меня 17, а тут я 16 сделала. А за счет того, что я ее уменьшила, вот этот вот... закругление мне получилось сделать, и еще осталось тут немного петель, чтобы эти полосы между собой сшить, потому что если бы я ушла на нет, то тут был кусок без, сейчас я вот покажу на изделии, чтобы было понятно, да, то есть если бы вот это голубое я убавила и ушла бы вот на нет, то вот тут вот бы у меня не было бы угла, чтобы сшить, и получилась бы дырка. Поэтому я тут несколько петель оставила неубранных, чтобы получился шов между полосами, чтобы их можно было шить, ну и, соответственно, чтобы такая вот была горловина. Соответственно, у меня напереди, на передней части, вот эта вот полоса немножечко уже, чем на спинке. Уже, я скажу, на 1 сантиметр большой разницы, это в изделии абсолютно как бы незаметно. Ну, как будто так оно и есть. Даже вот на плечевом шве, вот вы можете увидеть, да, вот тут вот эта вот разница. Но она абсолютно вот незаметна. Никто в плечо особо сильно не заглядывает. И, в принципе, это смотрится гармонично. Ну, вот если вот тут разные цвета, да, взять. И никаких вопросов не вызывает. Далее, изделие, естественно, у меня без проймы, то есть просто прямоугольник, пройма, как говорят, щелевидная, да, и скоса плеча у меня нет, никакие скосы я не вязала, мне, в принципе, так нравится без скоса плеча, то есть только вырез горловины на передней детали. И тут у меня вот передняя деталь, и тут еще у меня 4 сантиметра планка, которую я буду привязывать уже после того, как все изделие соберу. Соответственно, то есть я, получается, вяжу тоже вот, это у меня левая полочка, да, правая у меня в зеркальном отображении, то есть вот эту вот часть полочки, которая уходит к пройме, я вяжу так же, как и части спинки, только чуть уже, и с этой стороны тоже полочка, да, вот эту вот часть вяжу, а вот эту вот часть я вяжу уже, естественно, то есть получается чуть больше половины, потому что чуть меньше это, а тут чуть больше половины вот этого вот получается. И, значит, первый цвет я просто вяжу обычно, как всегда, второй цвет я тоже вяжу обычно, а в третьем цвете я провязываю определенное количество, дохожу до того уровня, где мне нужно делать вырез горловины, и начинаю закругление для выреза горловины. С одной стороны в одну сторону, с другой стороны в другую сторону. Я расскажу, сколько я закрыла, когда мы дойдем к петельным, к петлям, да, сколько петель, столбиков, рядов. И рукав. Рукав у меня состоял из двух деталей.
Значит, весь рукав у меня ширина 40 сантиметров и высота 42 сантиметра. Это без резинки. Резинку я потом уже в конце привязывала, когда все изделие было собрано. И вязала по кругу. Значит, из двух частей у меня первая часть одного цвета, вторая часть второго цвета. Посередине рукав сшивался, ну и потом уже подмышкой сшивался, когда все изделие собиралось. С одной стороны у меня один цвет, с другой стороны второй цвет. То есть 40 сантиметров рукав пополам, это 20 сантиметров в ширину одна полоса цвета, да, и 42 сантиметра в высоту. Плотность вязания у меня получилась вот такая. В одном сантиметре 1,5 столбика или петли, да, и в одном сантиметре 0,9 ряда. Исходя из этих всех данных, у меня получается 17 сантиметров в ширину, это 27 столбиков, но я прибавляю еще 2 столбика для того, чтобы эти 2 столбика ушли в шов с одной стороны и с другой стороны. То есть если я свяжу прямоугольник из 27 столбиков, то шов заберет с этой стороны один столбик и с этой стороны столбик, и прямоугольник будет уже, соответственно, деталь будет уже, а мне нужна же такая вот ширина, как вот я задумала. Соответственно, я прибавляю 2 кромочных столбика, которые уходят с этой стороны в шов и с этой стороны. Тут тоже, тут боковой шов у меня будет сшиваться вместе с полочкой, да, а тут вот будет сшиваться между. Соответственно, ширина у меня этого прямоугольника по спинке, это по спинке я сейчас говорю, все прямоугольники по ширине у меня 29 столбиков вместе с кромочным. То есть я набираю 29 воздушных петель и вяжу высоту столбиками с накидом 13 рядов, то есть это будет 15 сантиметров. То есть я набрала, связала 13 рядов, отрезала нитку, присоединила новую и вяжу опять 13 рядов. Связала 13 рядов, отрезала нитку, присоединила новую и связала еще 13 рядов. И вот у меня полоса готова. Далее я вяжу вторую полосу точно так же. Связала. И вяжу третью точно так же. Далее между собой я эти полосы сшиваю. Сшивала я крючком. Можно сшивать иглой, но мне понравилось сшивать крючком, и я сшивала крючком. Сшила, деталь спинки у меня готова. Приступаю к детали переду. Ну, естественно, я смотрела так, чтобы у меня цвета не совпадали рядышком. То есть там комбинировала, переставляла. Тут вы, в общем, как вам хочется. Можно и там, не знаю, 2 цвета использовать, а не 5, как у меня, да. Далее я перехожу на полочку. Полочка в высоту у меня тоже по 13 рядов, а вот в ширину у меня меньше. То есть 16 сантиметров – это 25 столбиков. Но я опять сюда прибавляю 2 кромочных для того, чтобы использовать их в швы. Соответственно, я набираю 27 столбиков, 27 петель воздушных, это с учетом кромочных, вяжу 13 рядов, отрезаю нитку, присоединяю новый цвет, вяжу опять 13 рядов, отрезаю нитку, присоединяю новый цвет и опять вяжу 13 рядов. Готова эта часть, которая у меня уйдет на пройму и плечо, да, плечевая часть. Теперь мы будем вязать часть, которая относится к горловине. Я беру и вяжу, значит, ширина у меня 9,5 или 9 сантиметров, наверное, 9,5 сантиметров, это 12 столбиков. Но опять же я беру 2 кромочных, потому что один у меня уйдет в шов, а второй у меня уйдет для того, чтобы прицепить планку. Соответственно, 14 столбиков. Я набираю 14 воздушных петель. И вяжу в высоту 13 рядов. Отрезаю нитку, присоединяю новый цвет. Опять вяжу в высоту 13 рядов. Отрезаю нитку и ввожу новый цвет. Далее я смотрю. 8 сантиметров у меня глубина горловины. 8 сантиметров это у меня в пересчете на... Так, я сейчас найду. Вот. В пересчете на ряды это 7 рядов. 7 рядов, а у меня, значит, высота 13 рядов, да, а горловина 7 рядов, то есть 13 минус 7 получается 6. Я вяжу 6 рядов ровно,
А далее я начинаю формирование горловины. Горловина на одной полочке формируется с, ну, как бы слева направо, да, а с другой справа налево. То есть, ну, к примеру, я сейчас покажу кусочек полотна. Да, вот, к примеру, у меня вот такой вот кусочек полотна. Это наша часть, да, вот мы дошли до горловины. То есть, со стороны, которая у меня будет вот сюда, да, то есть это получается правая, но когда мы на нее смотрим, она левая, то мы формируем горловину вот здесь. А полочка, которая идет вот сюда, да, это которая у нас правая, но мы на нее смотрим, она левая, мы формируем вот здесь. То есть вот мы пришли, к примеру, нам надо вот эту полочку, да, мы начинаем формировать вот здесь. Если нам надо вот эту полочку, да, то мы начинаем формировать вот здесь горловину. То есть чтобы они вместе, вот если соединить, да, две эти детали, да, чтобы они соответствовали и рядам, и вырезам. Надеюсь, я понятно рассказала. То есть вот сейчас я еще на изделии покажу. Вот. Чтобы они соответствовали по количеству рядов. Вот. Ну вот, да, вот, к примеру, мы дошли. С этой стороны мы формировали здесь, а с этой стороны мы формировали здесь, в аналогичном ряду. И закругление это я делала на высоте 7 рядов. И как же я делала? Я 3 столбика оставила незадействованными для того, чтобы сделать вот здесь вот шов и плечевой шов. А задействовала в самом вырезе горловины, в закруглении, да, 11 столбиков. И эти 11 столбиков я закрывала вот таким вот образом за 7 рядов. В первом ряду я не довязала или соединительными столбиками вернулась обратно 4 столбика, во втором 3, в третьем 2 и в четвертом 2. А далее 3 остальных ряда я просто вязала ровно. Ну и планка 4 сантиметра, это 9 столбиков. Планку это уже я буду вязать в конце. Далее, когда я связала детали передом, я сшила сначала одну полочку, потом сшила вторую полочку и приступила к вязанию рукава. Как я вязала рукав? Значит, рукав у меня ширина одной полосы 20 сантиметров. 20 сантиметров это 31 столбик, но опять же я добавляю 2 кромочных для шва, соответственно 31 столбик. Набираю 31 воздушную петлю и у меня рукав, вот вы можете видеть, состоит вот одна половина из одного цвета, а вторая половина из другого цвета. Ну мне так захотелось, чтобы они были не такие вот сильно пестрые, как тело. Соответственно, 42 сантиметра вверх это 39 рядов. То есть я связала 39 рядов одну деталь, потом набрала 33 воздушные петли и связала вверх вторую деталь, между собой их сшила. И второй рукав точно так же. Когда у меня стали готовы детали спинки, полочек и рукавов, я начала собирать свое изделие. Сначала я сшила плечевые швы. Вот я их сшила. Потом я вшила рукав. То есть у меня половина рукава как раз приходится на плечевой шов. Я сшила с одной стороны, со второй стороны. Второй рукав сшила. И потом я сделала шов боковой. То есть сначала по рукаву до проймы, а потом по телу. Когда я сшила швы, я приступила к оформлению планок и резинок. Ну, первым делом я связала резинку на рукаве. Каким образом я ее вязала? Рукав у меня широкий, аж 40 сантиметров, кисть у меня узкая, и я хотела присобрать. Вот так вот у меня он смотрится на кисти, то есть почти по кисти, но не впритык, конечно же, но все же. И что я делала, чтобы присобрать мой манжет?
Я вязала, вот как вы тут можете видеть, 100, ну как бы убавки они называются, да? Столбики с накидом 2 с одной общей вершиной. То есть получается из двух я делала один. Но нужно помнить, что у нас в этой половинке 31 столбик и в этой половинке 31 столбик. Это 62. Если мы будем вязать по 2 вместе, то у нас получится 31 в общей сложности, да? А 31 на 2 не делится, а нам надо, чтобы делилось на 2, потому что мы вяжем резинку из рельефных столбиков 1 на 1. Ну, где-то в каком-то месте я, получается, связала без убавки. Если честно, где, я не помню и показать не могу, потому что я не вижу. Ну, где-то так было. Вот. То есть я вышла на четное количество петель. Вы смотрите по своему случаю, да, может быть, это сильно узко будет, можно чуть пошире. То есть там через один делать убавку, да, один просто связать столбик с накидом, а второй два с одной общей вершиной. Вот таким вот образом. Дальше я обвязала рукава и приступила к обвязыванию низа изделия. Пока что планки у меня не было. Я просто связала рельефной резинкой, сначала столбиками с накидом, а потом перешла на вот эту вот рельефную резинку 1 на 1. Один лицевой, один изнаночный, или один выпуклый, а один вогнутый столбик. Обвязала, я связала 7 сантиметров в высоту. Это сколько у меня рядов получилось? Сейчас скажу. 10 рядов у меня получилось. Далее я приступила к вязанию планки. Планку я долго думала, каким образом мне связать. То есть мне хотелось, чтобы планка была гармонична с резинками. Но я не хотела ее вязать рельефной резинкой, потому что это бы стягивало. А я не хотела, чтобы планку стягивало. Но у меня все равно вот как бы планка провисает немножечко. Но на носке изделия это не сказывается никак. И на внешнем виде, в общем-то, тоже. То есть когда вот изделие лежит, вот это вот и видно, что оно провисает. Долго думала, как сделать, и решила связать планку столбиками с накидом за заднюю полупетлю. Такая вот имитация якобы резинки, да? Я ее вязала и привязывала в процессе вязания. Планка у меня, как я уже ранее сказала, состоит из 9 петель. Потом, значит, хочу обратить внимание еще по поводу отверстий для пуговиц, да, на какой стороне делать. Ну, как бы существует такое понятие, как женская сторона застежки и мужская сторона застежки. Если честно, я не вижу в ней никакой разницы, но все же, если как бы есть такие правила, то я стараюсь их придерживаться. И по этим правилам, вот когда мы смотрим на изделие, которое лежит лицом к нам, да, то пуговицы находятся на правой стороне от меня, да, а дырочки для пуговиц находятся на левой стороне от меня. Но если я это изделие надену на себя, то пуговицы у меня окажутся на левой стороне моей, а застежка, вот это вот отверстие для пуговиц, у меня окажется на правой моей стороне. Я очень сильно часто путаюсь, когда говорят левая и правая сторона, то есть когда оно лежит, это одна сторона, когда ты ее надеваешь, это вторая сторона, поэтому я вот решила таким вот образом уточнить. Это я взяла со своего фабричного кардиганчика, то есть в принципе это как бы правильно. Далее я связала сначала планку, на которой я располагала бы пуговицы. И для чего я это сделала? Чтобы связать с соответствующей стороны отверстия для этих пуговиц. Я связала эту планку. Во-первых, я посмотрела, какую я хочу ширину, шире, уже. Потом я на эту планку положила пуговицы и посмотрела, через какое расстояние я хочу эти пуговицы. Это во-первых. Во-вторых, подойдут ли сюда эти пуговицы или нет. То есть я хотела вот такие вот разноцветные. Мне, в принципе, все понравилось. Расстояние мне тоже подошло. У меня тут 7 пуговиц.
И таким же образом я связала, ну, как бы в том же самом ряду. Вот я посмотрела, что пуговица у меня вот в третьем ряду, да? Вот я в третьем ряду и связала отверстие для пуговицы. Связала я вторую планку, а потом я уже связала оформление горловины. То есть на планке у меня без оформления горловины было 6 пуговиц, а седьмая у меня уже на самой вот этой вот обвязочке горловины. Обвязку горловины я тоже провела столбиками с накидом, то есть рельефная резинка, да. Единственное мое упущение, в принципе, что я хочу сказать, первый ряд бы резинки было бы неплохо проложить столбиками без накида, для того, чтобы не было вот таких вот каких-то немножечко непоняточек. Ну, как вы видите, вот здесь вот тут очень хорошо видно, что я связала два столбика с одной общей вершины. Для чего я это сделала? Для того, чтобы закрыть вот эту вот дырку. И вот тоже я также сделала, чтобы закрыть дырку. Ну и, соответственно, почему я так сделала? Если бы я вязала в каждой, то была бы широкая. Я хотела немножечко ее сузить. Ну, тут у меня как бы основного, как бы какого-то алгоритма нет. То есть тут я вяжу. Я вяжу, смотрю, мне нравится, я оставляю, мне не нравится, я распускаю. То есть предлагаю вам таким же образом поступать. Это вот именно по закруглению горловины. И рекомендую все-таки первый ряд провязать вот здесь вот по горловинке и сзади тоже столбиками без накида, чтобы, ну, как бы вот это вот все усреднить и посмотреть, как оно будет, какая будет горловина. Ну, в принципе, и так смотрится неплохо, несмотря на то, что тут разные цвета. Ну, а на спинке, естественно, тут в каждую петлю я вязала, которая тут была, да, я вязала в каждую петлю столбик с накидом. Вот так. Ну, по поводу, как сшивать изделие и как вязать планку, давайте, наверное, сейчас рассмотрим поподробнее. Давайте вы, наверное, с вами сейчас еще рассмотрим, как все-таки делать закругление в горловине. Я буду делать с вот этой вот стороны, потому что, в принципе, для меня с этой стороны сложнее, с этой легче. Значит, когда мы будем делать с этой стороны, нам нужно развернуть наше полотно и начать вязать. Тут у меня якобы моя вот эта полоса, которая относится к передней части, то есть тут у меня 14 столбиков. Я как бы первый цвет связала, перешла на второй, но переходить на цвет тут ничего такого сложного нету. Как прятать кончики? Ну, я в своем изделии прятала в столбики, в само полотно. Можно ввязывать в ряд, как я вот делала вот здесь, но мне, в принципе, вот вы видите, да, вот кончик вылазит, поэтому я не люблю ввязывать, поэтому я прячу в полотно. Далее, значит, я хочу с вот этой вот стороны сделать закругление. Я поворачиваю свое вязание, и мне с этой стороны нужно не довязать, ну, пропустить, да, 4 столбика. Каким же образом мне это сделать? Я же не перепрыгну, да. Значит, я пройдусь соединительными петлями до 4, вернее, до 5, 4 столбика, да, до 5. Вот я 3 прошла. И давайте мы свяжем, то есть сейчас я скажу так, какого-то определенного алгоритма закругления не существует. Поэтому как вам нравится, так вы сделаете. Вот мне, в принципе, нравится вот этот вот последнюю убавку делать недовязанным столбиком. Почему? Потому что получается более круглое закругление. Но можно и, в принципе, провязать вот четвертый, да, и дальше пойти вязать уже как ни в чем не бывало. Но я хочу убавку тут сделать недовязанным вот этим вот столбиком, то есть два вместе с одной общей вершиной. Так мне как бы кажется красивее. То есть я вяжу один недовязанный столбик и вяжу второй столбик с накидом, который недовязанный. И теперь я их делаю вместе с общей вершиной, и получается тут вот как бы немножечко такое закругление. Но теперь что мы дальше делаем? Чтобы не потерять, где мы тут что закрыли, что не закрыли, мы будем это все считать. То есть у меня тут 14 столбиков. 4, по идее, я закрыла. У меня должно остаться 11, 10.
Первый уже мы провязали, соответственно, я вяжу еще 9. Для того, чтобы не сбиться, чтобы все было симметрично, обязательно считайте. Я тоже все считаю, потому что могу не досмотреть или там отвлеклась, или что, все считаем. То есть я провязала вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все правильно. Далее, еще у меня есть такая вот как бы особенность при вязании. Я применяю вот такой вот прием. В начале вязания я делаю не 3 петли подъема, разворачиваюсь и начинаю вязать следующую петлю, да. Я делаю 2 воздушные петли подъема, разворачиваюсь и сюда же ввожу крючок и вяжу столбик. И вот этот столбик, это у меня первый столбик, а вот эти вот 2 воздушные петли подъема, это у меня вспомогательные. И они будут участвовать в сшивании. Почему я так делаю? Потому что если я буду делать 3 воздушные петли подъема, да, и буду вязать в следующий столбик. То есть я не говорю, что это ошибка, это абсолютно не ошибка, но тут получается вот такая вот особенность, да, получается якобы дырочка. Тут вот вы видите, у меня никаких дырочек нет. А вот тут якобы дырочка. И если я это еще сошью, то получится еще больше дырочка. В принципе, мне не нравится, как это смотрится. Поэтому, чтобы вот эту вот дырочку закрыть, я делаю такой прием. Делаю прием там, где я буду делать швы. Ну, мне так нравится. Я вас как бы не заставляю, то есть просто показываю такую хитрость, которая способствует улучшению качества и вида полотна. А мы все прекрасно знаем, что если изделие связано аккуратно и без всяких там грубых каких-то швов, то это изделие смотрится очень красиво. Не обязательно туда какие-то вычурные узоры вставлять или какие-то там замудренные детали вывязывать. Просто связать аккуратно, и будет изделие очень красивым. Так, первый. Теперь что нам надо? Мы закрыли первый раз 4 столбика, теперь нужно не довязать 3. У нас 10 петель, я вяжу 6. Первую связала, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Но это я не довязала еще. Теперь я 7, я должна еще 7, потому что мы 3 убираем. Но я хочу 7 связать 2 с общей вершины. Вот 7 и 8, но это как один получится, да, с общей вершины. Для чего? Чтобы закруглить. Вот вы видите, такой красивый кружочек, закругление получается. Далее мы закрыли, не довязали наши 3 столбика. Теперь нам нужно в следующем ряду не довязать 2. Я опять делаю один соединительный, а второй я делаю тоже с общей вершиной, как мы делали вот там. Соответственно, получается, тут у нас 7, мы забираем 2, и у нас должно быть 5. Вот первый, второй, третий, четвертый. И вот смотрите, пятый я вяжу вот в столбик, а вот эти вот 2 воздушные петли, которые у меня как бы подготовительные, да, они остаются вне удел, они просто висят за полотном. Вот пятый. Все, мы сделали третью убавку и теперь делаем четвертую убавку. То есть тут у нас осталось 5 столбиков. Мы вяжем 3 столбика, потому что нам надо еще 2 убрать. Вот первый я связала. Второй, а третий я делаю 2 с одной общей вершиной, чтобы еще сильнее закруглить. Все, я связала. Вот такая вот у меня закругленность получилась. Ну, как по мне, довольно-таки плавно. За счет обвязки, да, мы это еще немножечко можем сгладить. Ну, как по мне, все очень даже красиво. Ну, и там еще, я напомню, мы 3 ряда вяжем без убавок. Ну, вот с этой стороны, да, где я убавляла со стороны горловины, подготовительный вот этот вот столбик, ну, не столбик, а 2 воздушные петли я не вяжу, чтобы не нагромождать там ничего. Первый я связала, далее
второй вяжу. Ну и третий, естественно, мы тоже еще свяжем. Вот такая вот тут дырочка получается, видите, а тут были бы такие вот. Ну, тут мы его обвяжем, все будет хорошо. И третий давайте свяжем уже. И вот когда это все мы сделаем, мы будем наши изделия сшивать. Напомню еще то, что наша горловина имеет зеркальное отображение, то есть две таких связать, а потом развернуть, да. Ну, как бы тут будет изнаночное полотно, а тут лицевое, это, ну, не то. Потому что, почему, когда мы будем вот это вот сшивать, то когда лицо с лицом, у нас получается якобы вот одна, да, полоса, а когда мы сделаем лицо с изнанкой, то у нас это будет ломаная. Ну, надеюсь, я понятно объясняю, то есть у нас получится лицевой ряд состыкуется с изнаночным, а изнаночный с лицевым. Так. Неправильно, вот так вот, если вот так соединить. И вот как будто вот эти вот бороздки, да, они как будто поломанные получаются. И это очень хорошо видно, когда падает свет. Ну, мне кажется, это неаккуратное изделие получается. Вот видите, они сдвинутые какие-то. А если вот так, это все получается вот бороздка с бороздкой. То есть вот это вот важно сшивать лицо с лицом, ну, чтобы изнанка с изнанкой вместе была, лицо с лицом, тогда все будет правильно. Так, значит, и зеркальное отображение, то есть мы начали вязать, вот закончили вот этот вот ряд, перевернули и начали вот здесь вот формирование. Если же с этой стороны закругление, то мы вяжем тут ровно, не довязываем 4 петли, разворачиваемся и продолжаем убавлять с этой стороны. То есть, чтобы это все было в зеркальном отображении, следите, чтобы лицо было с лицом. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Ну и как сшивать? Сшивать я с изнаночной стороны сшиваю. Естественно, смотрю, чтобы было лицо с лицом, изнанка с изнанкой. Вот тут вот соответствует лицо с лицом, изнанка с изнанкой. И я это все делаю крючком. Я это все делаю крючком тем номером, которым вязала. Ну, в принципе, можно взять номер поменьше. Так будет, ну, как бы прокол аккуратней. Я нахожу вот тут крайнюю петлю, ввожу крючок, подхватываю ниточку и вывожу. Далее что я делаю? Далее мне нужно столбик каждый прошить два раза. Я ввожу под само тело с одного полотна, под второе тело столбика со второго полотна, подхватываю ниточку, вытаскиваю на сторону, на которую я смотрю, да, и еще раз протягиваю через две. Почему я так делаю? Если я буду тамбурным швом шить, то есть вот второй раз я между столбиками ввожу, да, и на следующем полотне также. Если я буду делать тамбурным швом, то есть я вот вывела, да, петлю и протянула через эту, так можно стянуть полотно. Чтобы я его не стянула, я делаю вот именно таким образом. Вот между столбиками ввела. Между рядами, да, вывела и еще раз. И так я не стяну. Далее я ввожу опять под тело. В следующем полотне в нижнем, да, тоже под тело столбика, вывела ниточку, еще раз через две протянула. Теперь я второй раз между как бы рядами получается. Тут тоже смотрю, чтобы было между рядами. Периодически смотрите, чтобы полотно не сместилось, потому что может такое быть, что где-то там что-то пропустили, и полотно сместилось. И тогда, ну, как бы цветовые вот эти вот квадраты, и вернее прямоугольники, они уедут. Тут между рядами я опять вот ввожу и провязываю. Теперь под само тело столбика с одного полотна и со второго, вот так вот. Теперь между рядами, и вот так вот я прошиваю каждый цветной участок, то есть на спинке у меня таких три шва получается, нет, два шва, простите, три полосы, а два шва. Потом боковые я точно так же сшиваю, вот. Вот таким вот образом я аккуратно, не спеша
смотрю, чтобы все вот периодически вот так вот раскладываем с лица и смотрим, чтобы ряд совпадал с рядом. Вот тут лицо с лицом видно, ряд с рядом совпадает. И вот так вот до самого верха. Вот до самого верха. И вот это получится у нас такая полочка. В принципе, смотрится неплохо. Ну, можно и иглой. Иглой я не люблю шивать, мне не нравится результат. По крайней мере, как у меня это все происходит. И как я бы вшивала рукав в изделие, да? Вот, к примеру, представим, что это наш рукав. Тут же получается перпендикулярные полотна, да? Значит, две вот таких вот, два столбика, которые у нас горизонтальные, да, соответствуют одному вертикальному столбику. То есть получается, мы столбик прошиваем два раза, а петлю прошиваем один раз. Ну, допустим, я рукав. У меня рукав, ширина его 40. Нет, половинка рукава. Ну, значит, ширина рукава 40 сантиметров, да, половинка рукава, вот тут вот шов, да, у меня, и плечевой шов, представим, что это моя полочка, да, или спинка, вот тут вот плечевой шов, да, и половинка рукава уходит на одну сторону, вторая половинка на вторую. Тут шов на рукаве соответствует плечевому шву. Соответственно, тут у меня 31 столбик, да, 30, 33, простите, но один у нас ушел в шов, да, то есть 32 получается. 32 столбика, это 32 петли, да, это соответствует, значит, разделить на 2, это получается 16, то есть 16 рядов. Отсчитываем 16 рядов, находим последний ряд, да, и прицепляем наш рукав. Вводим в крайнюю петлю. Ну, я опять же таки не отсчитывала, да, я просто на глаз это делаю. И вот тут, ну, тоже смотрим, что же лицо с лицом было. Тоже это важно. Так, тут у меня изнанка. Простите, сейчас мы перевернем, потому что это важно. Вот, лицо с лицом. Ну, приблизительно тут у меня, да, где-то пусть будет. Я вот нашла, ввела, да, беру ниточку, тоже вот так вот. И, соответственно, петли у меня получается, я прошиваю их вот один раз ввела, а столбик у меня я прошиваю два раза. Вот первый раз его, ну, как бы первый раз я вот этой вот петлей прошила, а второй раз вот этой, да, вот. И тоже так же делаю, вот петля. И тоже вот уже второй столбик у меня пошел. Следующая петля под тело столбика. Ну, вы тут как бы смотрите, как получается, да? Если все сходится, значит хорошо. Если что-то не сходится, значит пересматриваете, возможно, где-то обсчитались, ошиблись. То есть тут все. Вот, и таким вот образом я сшиваю весь рукав. Ну, это не сложно, просто нужно терпение и внимательность. Вот, точно так же, вот так вот. И вот такой вот шовчик получается, аккуратный и красивый. Далее, как я вязала планку, да? Как я вязала планку, ну вот представим, это моя горловина, вернее, это моя полочка, и я буду вязать планку. Как я ее вязала? Я брала ниточку, напомню, я планку вязала столбиками с накидом за заднюю полупетлю. Вот я находила петлю вот здесь, крайнюю, ввела, присоединила нитку. И набрала 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Ну, давайте я 5 наберу, потому что, ну, будет долго. Я делаю 2 петли подъема. Почему 2? Потому что мы будем вязать за заднюю полупетлю. А так столбики получаются немножечко короче. И вяжу вот второй получается. Да, тут я подготовительных столбиков никаких не вяжу, потому что у меня тут шва не будет. Третий. Четвертый, напомню, я набрала 5. И вот пятый я вяжу.
пятый, связала. Далее у меня вот получается как бы продолжение ряда, да, и вот тут вот междурядье, так скажем, да, я сюда соединяюсь. Далее я делаю 2 воздушные петли подъема и соединяюсь в следующем междурядье. Далее я разворачиваю полотно, чтобы нитка была с изнаночной стороны. И вяжу опять столбики с накидом, но смотрим, вот это вот, вот эти вот 2 воздушные петли соответствуют вот этому вот столбику. Значит, я буду вязать в следующий и за заднюю полупетлю. Второй, ну, желательно считайте, потому что можно ошибиться. Третий, четвертый и пятый. Так, где тут? Вот, пятый. Далее я вяжу опять 2 столбика подъема, 2 петли подъема, разворачиваю свое полотно и вяжу 5 столбиков. То есть первый, второй, вот эти 2 петли подъема у нас за столбик. Так, простите, за заднюю полупетлю. Я уже разогналась. За заднюю полупетлю мы вяжем. Имитация резинки. Второй, третий, четвертый. И вот это у нас пятый. Нам сюда надо связать. Ну, тут как получится. Вот, пятый. Далее мы присоединяемся в междурядье. Находим междурядье и присоединяемся. Так, нет. Соединительной петлей. Далее я делаю 2 воздушные петли подъема. Нахожу следующее междурядье. Соединяюсь, разворачиваю так, чтобы ниточка была на изнаночной стороне. И вот первый у нас уже вот связан. Вот, вяжем вот сюда второй. За заднюю полупетлю не забываем. Третий, четвертый и пятый. Допустим, когда мне нужно сделать отверстие для пуговицы, да? Вот 2 петли подъем, разворачиваюсь. Я просто делаю воздушную петлю, а столбик не провязываю. Вот первый связала, давайте вот в третьем. Второй, вот тут вот я хочу сделать дырочку, да? Я делаю воздушную петлю, а столбик не вяжу. Третий, в четвертый вяжу и пятый не забываем провязывать. Вот он, пятый. Далее я в междурядье присоединяюсь. Соединительной петлей делаю 2 воздушные петли подъема, присоединяюсь в междурядье, разворачиваю и вяжу. Вот первый уже провязан, во вторую и в третью у нас как бы, да, петля. Я просто вот сюда вот так вот. Третья, четвертая и пятая. И вот такая вот у нас планка получится. Это с изнанки. А вот такая у нас планка получится с лица. Ну, просто тут плотность нитки разная, поэтому тут оно такое дырявое кажется. Вот такая вот планочка получится. Вот отверстие вот такое для пуговицы. Вот таким вот образом я вязала свой бомбер. Бомбер вяжется не сложно, довольно-таки просто, но из-за того, что много деталей, можно немножечко потеряться. Но главное — терпение и внимательность, и все у вас получится. А на этом я свой мастер-класс, такой обзорный мастер-класс, закончу. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео или данное изделие, обязательно напишите в комментариях, поставьте пальчик вверх, а мы с вами увидимся в следующем мастер-классе. Всем пока!